Всем привет! Вы на канале «Армянская семья в России». Мы сегодня сделаем сюрприз пиццу для мамы. Мама не дома, сегодня для вас приготовлю пиццу я. И мне в этом поможет мой брат Авик. Нам для этого понадобится тесто. Рецепт теста вы можете увидеть на этом канале. Вот, посмотрите. Мы смазываем пергамент. И нам еще надо пергамент. Мы пергамент смазываем маслом. И желательно смазываем руки, чтобы не липнуло масло, не липнуло тесто. Готово. Теперь мы раскатываем тесто. Масло делаем для того, чтобы не липнуло к рукам и к пергаменту. Что пицца была очень вкусная. Теперь берем кетчуп и намазываем на пиццу. Я это сделаю кисточкой. Вот готово. Мы можем уже распределять ингредиенты. Начнем с того, что посыпать. Вот уже готово. Смотрите, какая вкусная получилась на вид. Теперь мне Авик поможет поставить в духовку пиццу. Заранее мы уже духовку разогрели на 200 градусов. Теперь мы положим нашу пиццу. Вот, смотрите, какая пицца получилась. Она вкус, очень вкусная. Будем ожидать родителей, что сюрприз получился. Ну вот и все. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать на колокольчик, писать комментарии и ставить лайки. Всем пока!